Приветствую вас, друзья. Я в эфире. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. И сейчас посмотрим, идет ли моя трансляция. И смотрим. Идет ли моя трансляция? Да, вижу, что идет. Давайте проверим звук. Я кину в чат нашу трансляцию, потому что у нас командная работа. И будем начинать. Хотелось бы узнать, сколько человек на стриме. Так, вижу, что присоединяются люди. 9 человек. Привет всем, кто присоединился. Вижу, что меня видно. Поставьте плюсики, если связь хорошая и меня слышно. Поставьте плюсики, если меня хорошо слышно. У дочери забрала смартфон. И вот теперь знаю, как выключить эти оповещения. Будем разбираться, потому что у меня две страницы. Я с одного смартфона веду с другой страницы, а пришлось забрать еще один смартфон у дочки. Тема такая. Сегодня, спасибо за обратную связь, сегодня 6 лет исполняется нашему проекту Whole World всем миром. Он мне очень дорог. Я в нем участвую с 2013 года. Сегодня я вам покажу свой кабинет, покажу свои доходы в режиме онлайн, буду переключать камеру и расскажу вам про важные конкурсы, которые у нас стартовали. Подарки, очень скажу вам, нехилые. Что-то вижу, немножко зависает. Ну, ничего страшного. Так, переключаемся и смотрим. Так, вот мой экран. Закрепленная запись. Рассказываю про проект всем миром. Что работает он, запустился с 2011 года, 11 ноября. Все люди на земле, представьте, что подарят вам по 1 рублю. Но в нашем проекте дарят не по 1 рублю, а по 5, 10 и 15 долларов. И когда у вас уже большая структура, вот как у меня структура более 5000 человек, мне дарят по 5, 10 и 15 долларов каждый день и по многу. У каждого из нас привязан какой-то кошелек. Wallet One единым кошельком. Сейчас мы работаем с кошельком Advance Cash. Вот мой кошелек. Ирина Маркелова, верифицированный кошелек. И смотрите мои транзакции. Сегодня у нас 11 ноября. И в честь дня рождения тоже приходят переводы. Вот 11 ноября. Зелененьким горит это приход. Красным горит расход. Я еще делаю людям обмен, кому нужны деньги на Эдвансе, я принимаю на карту Сбербанка и отправляю людям вот с Эдванса на Эдванс без комиссии. Вот сегодня пришел перевод мне 5 долларов, 15 долларов, 5 долларов, 5 долларов, 5 долларов. За 10 число смотрим. Отличных приходит по 10 долларов, по 5 и по 15 приходит от структуры. И в день можно зарабатывать, но очень-очень много. Вот посчитайте, сколько мне приходит. 5, 5, 10, 15. Считайте, это все 10 число. Вот. 8 число тоже. 15, 5. Доллар это когда человек активирует свой аккаунт. Вот мой личный кабинет. Мой личный доход составляет на сегодняшний день 216 тысяч долларов 796. Откуда такой доход? Моя команда работает, постоянно идут транзакции, то есть новые регистрации, оплаченные регистрации. Зайдем в десятку лидеров, посмотрим. Здесь нас уже 900 тысяч человек, и самые эффективные фандрайзеры получают призы. Каждый месяц у нас разыгрывают призы. Первое место 300 долларов,
второе место 200 долларов, третье место 100 долларов. Я занимаю на данный момент первое место. У меня три лично приглашенных человека. И второе место занимает у нас Юлия Бирюкова. Это моя команда тоже. Человек глухонемой, но в феврале месяце будет уже 4 года, как этот человек работает со мной в моей команде, и я помогла ему стать миллионером, этому человеку. И то, что человек глухонемой и миллионер, это показатель того, что в нашем проекте работают даже инвалиды. И сейчас я вам расскажу про розыгрыш. Во-первых, лично от нас мы проводим такой розыгрыш. Он уже стартовал у нас. Вот розыгрыши призов от лидеров Cool World. С 22 октября по 31 декабря, кто пригласит не менее 50 благотворителей, то есть до Нового года у нас 50 дней почти, 49. И кто пригласит 50 человек, тот получит вот такой вот iPhone 8. Хотите в денежном эквиваленте, хотите, мы вам его отправим. Мы уже проводили дважды розыгрыш. Сегодня, кстати, вот Елена Стрелец сняла нам видео, как она получила смартфон. Давайте я вам покажу чуть-чуть. Всем привет, все, не буду, ну вот она получила все по-честному. У меня есть для вас хорошая новость. Я уже снимала видео о том, что я выиграла смартфон. Вчера я сходила на почту и получила свой подарок. Вот пришел. Все сбросила. В общем, всем Елена прислала нам видео. Сейчас я вам его покажу. Вот сам смартфон. Вот совершенно новенький, в пленочке. Вот такой смартфон. Этот смартфон Елена получила от нас, от меня и от Бориса Маркелова. Первый смартфон у нас уехал в Италию. К Илье. Вот, пожалуйста. Тоже снял видео. Моей компании, моей команды пришел подарок за первое место, в котором я принимал участие. Новый смартфон отправщика от Бориса Маркелова и кому. Так что все честно, мы по-честному отправляем смартфон, и наша репутация нам очень дорога. Это от нас, что касается конкурса. Вам нужно зарегистрироваться по ссылке, либо под меня, вот ссылка, либо под Бориса Маркелова, выбирайте на выбор, и пригласить до 31 декабря включительно 50 человек благотворителей. Возможно, планка высока, но и, извините, iPhone тоже стоит. Этот 60 тысяч рублей. От проекта стартовал конкурс. Так. Кстати, нам рассказали про розыгрыш буквально вчера. В кабинете я еще даже не смотрела. Меня полдня не было. Расскажу вам на словах. Переключу. Условия такие же. Если вы регистрируетесь по ссылке одного из участников, ну, в данном случае по моей ссылке, потому что это моя страница, и мне, конечно же, выгодно, чтобы вы были в моей команде. Регистрируйтесь по моей ссылке. У нас методика приглашай-не приглашай, мы никому не спамим, люди к нам идут сами. И если вы пригласите за это время 50 человек, до Нового года вы получите iPhone X или iPhone 10, но это уже от компании. То есть, если вы выполняете условия до 31 декабря, и наши условия, которые лично от меня и от моего мужа Бориса Маркелова, и те такие же условия, как и от администраторов,
нашей компании про это всем миром, то вы можете получить и тот iPhone, и этот iPhone. В прошлом году уже проводился такой конкурс, и у нас партнер выиграла этот конкурс, забрала iPhone 7, и он уехал к ней в город. Если у вас есть какие-то вопросы, может кто-то вот недавно присоединился, задавайте, я с удовольствием вам отвечу. Скажу от себя, что в проекте я уже 5-й год, с 2013 года. Кто говорит лохотрон, не лохотрон, нам уже никому и ничего не нужно доказывать. Но если кто-то не верит, сейчас я вам покажу. В шапке у меня стоит YouTube-канал. Я знала, что неверующих будет очень много. Переходите на мой YouTube-канал. И здесь все видео, как я жила в общежитии, как я купила двухкомнатную квартиру, как я купила трехкомнатную квартиру. И вообще, как я стала миллионером, я все свои доходы снимала на видео и выставляла на свой канал. То есть, чтобы доказать людям, что все это работает. Сейчас я вам покажу переводы, которые приходили от Wallet One. Я их даже не стала удалять со своего смартфона. Раньше с единым кошельком. Вот смотрите. Если вы думаете, что скриншоты, фотошоп, да, возможно, кто-то наскринит вам, лапшу на уши будет вешать, но на смартфоне вот смотрите, на смартфоне как можно перевод подделать. Вот от Wallet One приходят переводы по 5, 10 и 15 долларов, когда мы работали с единым кошельком. Сейчас переводы приходят на Advanced Cash. Спасибо за ваши лайки, спасибо, кто поделился трансляцией. Вот такие переводы я получаю в свой адрес каждый день. По дате, кстати, можете смотреть, что переводы ежедневные. И так далее. Их очень-очень много. Я за это время, за 4 года, купила 3 квартиры и сделала ремонт. Кто недавно присоединился, как можно зарегистрироваться? Вот моя страница, на которой вы сейчас находитесь, на моей трансляции. За что приходят переводы? Вот кто недавно присоединился и еще не в теме, вот здесь закрепленная запись. Сейчас я обновлю страницу, чтобы показалась презентация. Вот здесь вот презентация, вы можете посмотреть, как работает проект, как это работает. Вы оказываете финансовую помощь в размере 100 долларов и 5 долларов платите за активацию кабинета. Да-да, в интернете нет ничего бесплатного. И деньги с неба ниоткуда не берутся. Проект официально легальный, работает в 160 странах мира. Вот моя реферальная ссылочка. Должны попасть под Ирину Агапову. Если вы попадаете не под меня, вдруг по каким-то причинам или случайно, перерегистрироваться будет уже вам стоить еще 105 долларов. То есть смены спонсора у нас нет. Если вы попали не под меня, то я вам помогать не буду. Я помогаю только своей команде. Зарегистрировались, оплатили 5 долларов, 50 долларов идет в фонд помощи детям, 50 долларов идет 7 участникам вашего сертификата. У каждого участника есть свой сертификат. Приглашаете, то есть получаете уникальную ссылку, лендинг пейдж. Начинаем с вами работать. Буду я заканчивать. Для тех, кто еще не видел мои переводы, еще раз показываю. Это мой кошелек Advanced Cash. В режиме онлайн. На моем счету уже более 300 долларов за 3 дня. Вот, перезагружаем страничку. 347 долларов. Вот моя карточка, которой я расплачиваюсь в магазинах. Получаю в долларах, иду расплачиваюсь рублями. Конвертация происходит автоматом. Так что... Кому нужны деньги, а деньги всем нужны. Хватит бегать по лохотронам, надо работать в проверенных проектах и с хорошими лидерами, которые верны своему проекту, не бегают как
бегунки, там пообещали денег, там пообещали денег, и они побежали туда. Я строю структуру уже 5-й год в одном проекте и помогаю всей своей команде. До новых встреч и жду вас в своей команде. Пока-пока.